Волонтер Лена в прошлом была строителем и взамен стабильной работе выбрала помощь людям, понимая, с какими трудностями придется столкнуться. Их дом уничтожен осколками града. Дети ни в чем не виноваты, но вынуждены жить там, где крысам жить не хочется. А к тем, кто не хочет терять здравый смысл, не нашлось больше места на оккупированных территориях. Волонтеры бросили свою работу, стали в проломе, который никто не пожелал заполнять, и дарят возможность начать жизнь заново. Единственное, чего все волонтеры хотят, это чтобы воцарился мир.